Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Татьяна Навка накануне вернулась на побережье Черного моря. С собой она привезла маму Раису Анатольевну. Фигуристка разместила родительницу в санатории, где женщина не только наслаждается солнечной погодой, но и ходит на различные процедуры. Смотрите, какая красота! Санаторий «Металлург». Мамочка моя идет. Мам, как тебе санаторий? Ой, санаторий вообще просто это сказка. Что ты тут делала? Какие вот процедуры? Мацеста, самое главное. Подводный массаж. Доктор Ко. Да. Массажи. Чувствуешь себя как? Да. Все это на таком уровне. Грязи. Грязи, да, грязи. После которых не болит суставы. Мама как девочка. Да, вот такой потрясающий в Сочи есть санаторий. Правда. И замечательные номера. Вот там вот сказать. Море и вот там туда недалеко. Так что рекомендую. Друзья, я хочу с вами поделиться одним потрясающим местом в Сочи. Мои друзья открыли такой глэмпинг в горах между Адлером и Сочи, такую турбазу. Помните, как в детстве мы уезжали с папами, с мамами в лес, там жили в палатках. Здесь вон такие вот домики построены. Напоминают что-то между домиками и палатками. Совершенно уникальное место. Я сейчас с вами буду делиться. А это вот Анечка. Сейчас вот Анечка. Да, здравствуйте. Она нам сейчас покажет. Мы сейчас пойдем в экскурсию. В наш номер. Да. Первый. Самый-самый первый. Это тент, в котором проживают наши гости. Я вам покажу палатку. Помните, в детстве, да? Тут кровати удобные, с матрасами, мебель, все, что нужно. Халатики, окошки, между прочим, сеточка, чтобы комары не залетели. А сейчас мы вам покажем, не как в лесу раньше было в детстве, а есть абсолютно цивилизованные. Индивидуальные туалетные кабинки у каждого номера. Так, открывайте. Здесь можно все сделать, все, что нужно. Почистить зубы, сходить. Там нужно. И вот такой душик. Товарищи, это супер отдых для молодежи. Я думаю, что все тинейджеры и не только должны сюда приехать. Это прям такая ностальгия, как в детстве. Только что квакали лягушки. Только что закончили. Вот такой столик. Кошка местная. И этот самый ресторанчик. Невероятно вкусный. Под роликом Татьяна Навка уточнила, что сюжетом с отдыха она поделилась на правах не рекламы, а просто от души и для друзей, которыми она очень гордится, что они смогли создать столь необыкновенное место, где можно отдохнуть душой и телом. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.